земля от света. Сейчас я еще отступлюсь, потому что... Вот, друзья, понимаете, в чем дело? Я стал жертвой собственной работы. Вот, 50-70 моих фотографий украдено. Каждый от нескольких до 50-100 сайтов присвоили. Количество мошенничества огромное. Вся страна занимается... Нет, не так. Вся садовая питомниководство занимается мошенничеством. Так? И вот получился такой круг. Смотрите. Это переписка Железов Лариса. Вы, администрация, всегда меня ругали за то, что использую свои же фото. То есть я где-то их использовал в интернете, а теперь я уже не имею права их использовать. Хотя они самые красивые, иначе бы именно мои бы не воровали. Воруют только мои в России. И немножко, чуть, ну, в меньшей степени, но Латинкова покойного. Я вам даже их покажу потом. Сейчас на вашем сайте, это я пишу, как кто-то использует мои фотографии, и на этом зарабатывает. И не просто зарабатывает, еще обманывает покупателей, в своих мальчиков деревьев нет. Вот смотрите, вот они эти самые, видите? Вот, то есть, ну, на сайте кто-то использует мои фотографии, а дальше слушайте внимательно. Валерий Константинович, я написал письмо администратору, сама она не стала. Но делайте, пожалуйста, скидку на время суток, выходные, мы вам ответим. Вот. И у меня дальше идет переписка, я не помню, или она еще ниже. Ну, короче, сам смысл такой, чтобы вы знали. Значит, эти фотографии уже не мои. Я посылал им статьи, я надеялся еще заработать. За каждую платили от 1 до 2 тысяч статью. И сказали, это не ваша фотография, и на этом дружба кончилась. Вот так вот. Все. Вот. То есть мошенники меня победили. Мне могут сказать, надо было делать логотип. Я говорю, у меня вместо логотипа линейка особая. Они отрезают. Там, где я делал логотипы, вот, допустим, вот такая фотография, вот чертить тетинку раз, взяли, там, где нет логотипа. Укрупнили, получилось еще лучше. Вот. Я горжусь только одним. Самый оборованный на свете я. А почему я еще возмутился и продолжаю вот эти, разоблачать этих самых? Не людей, не оскорбляю. Я их приемы оскорбляю. Вот. Они подлые. Приемы, подчеркиваю. Они не нужны дерево. Они уменьшают их срок. Они не это. Это пустыня вместо этих. Так. Но человек мне говорит, вот уже нечем крыть. Она мне это, Ольга, берет, я уже вам жалуюсь, друзья. Подумаешь, а, ну, вот пишет, у него фотографии, мол, украли. Но счет-то идет, если все сложить, порядка 200 плодопитомников, это те, которые мы только с виноградом разоблачили. И умножим от одной там, да, какой-то, сады Урала, 8 этих фотографий. Вы представляете? Я снабдил фотографиями, я россиянин, остальные зарубежные. Вот. То есть увидели мою, считайте, что все, мошенники. И второе, считайте, мошенники. На любом сайте, это моя сладкая месть, где увидите слово колоновидное, груша, слива, абрикос, персик, черешня, вишня, слово колоновидное. Вот. Если есть возможность, допустим, это может быть рынок, морду. Если это матерное слово, или вот так берете, набираете кукиш и копируете, там с 1000 кукишей. Ой, какие они все интересные. Само выбирайте выразительно и в эту, им в эту, на их сайт. Вот. Только от одного слова, колоновидное.